Я не спецом это сделал. Я не спецом это сделал. Так, пацаны, мы сейчас идем в клуб, который один из самых лучших в мире. Вот Никита мне подсказал его. Я в жизни даже о таком думать не думал, что такой клуб существует, где мне найдется хотя бы минимальное, минимальное местечко. Что ж, пацаны, топ-геймер, теперь без розовой хуетени. Ну, может быть, кто-то может увидеть разовину, но я в мастерскую не сдавал эту камеру, да, топ-геймер не сдавал эту камеру. Тем не менее, разовины и прочих деформаций не видно. И мы сейчас, я, Никита, Семен вот там где-то под балконом, блядь, пьет, да. И в данный момент это 25-е, какое, 25 мая, да? 25 мая. Сегодня 25. Вот, 25 мая. А знаете, что 25 мая? Я никогда не знал, что это последний звонок, потому что топ-геймер, блядь, настолько топ-геймер, что ебаный в рот. Я был не в курсе, что есть такой последний звонок. Я знал первый звонок. А вот последний звонок когда? Ну, может быть, 30 августа, ёпта, предпоследний. А последний звонок, 31 августа, ёпта. В августе сколько месяцев? 30. Дней. Дней, 30 дней. Не месяцев, а дней, Никита. 30, ну тогда 29-го. И мы сейчас идем, пацаны, вечеринить. Вот. Кто-то может сказать, кутите, как твари. Ничего подобного. Ни в коем случае. Единственное... Сычки интересует Никиту и Семена, которые находятся там. Семена. Там сычки, которые ждут Семена. Точнее, Семена их ждет и никак не найдет. А во! Теперь розовый топ-геймер. Халло, пацаны, топ-геймер в розовом эквиваленте. Он. Будто бы под сидером женским. Так что бабы за 40, подписывайтесь. Мне нужны милфетки. Я готов милфеток. Это дефект. Выключи нахуй. Я тебе говорю, что это дефект. Выключи нахуй. Я тебе говорю, что это дефект, Никита. Чего, ебаный? Это дефект. Это дефект, блядь, моей камеры. Не надо, блядь. Ты что, против инвалидов? Моя камера инвалид. Не надо вот так вот пиздеть, что... А, блядь, выруби. Пацаны, ну вот, сори, вот так вот получается. Я вас, конечно, не всех люблю, но единицы совсем. Вот. Семен Капканыч. Мы буквально недавно... А, да. Ты смеешься? Блять, я думал, там Семен. Блять.
Семён, я думал, ты там, блядь, в той беседке там налазить, как бы, пингачком, блядь, на вот эти вот по ребрике там вовсю. Нету, Семён. Мы теперь розовые. Розовые. Я буду... Хочу, Стас. Ты снимай меня. Тогда не снимай. Все, может быть, ты еще опять прекратишь снимать, блядь. Пошел нахуй, пидор, блядь. Да, он пидор. Я до сих пор на него не был. Тихо, блядь. А ты какой хуй? Ну, девчонка. Убери нахуй камеру. Тихо. Ладно, мы тебе тихо. Это сюрприз. Это с днем рождения. Тихо. С днем рождения, Влад. Да не так, тихо, блядь. Ты что, Влада, день рождения? День рождения, Влада. Я сказал, пидор, не снимать. Дай ты можешь выключить, ну не ухо, блядь, хэппи-пон. Ты можешь выключить. Вы посмотрите на розовую Никиту, пацаны. Воу-воу-воу. Какой он опасный. Сори, пацаны, что в таком тоне, блядь, опять я снимаю. Ну, потому что, как бы, камера перезанулась со второго яруса, блядь, поезда. И поэтому вот такой вот сейчас синдром у нее розовитости. Как тебе, Розочка? Роза! Роза Ветров! Никита! Подойди сюда, блядь, подойди сюда. Хуй ты снимаешь, когда скорую надо вызывать, а? Никита, ты чё, я тебе дал... О, ты мне карту уже даёшь. Я тебе сейчас между... Вот был бы Влад Савельев, я бы вот так вот... Опа, между младенческой попкой и взрослой попкой протёр бы и отоварилась бы. Но ты мне даешь карту. Зачем, Никита? Никита, не надо. И школьников снимать не надо. Потому что, знаешь что? Сегодня последний звонок. Последний звонок. Вырубай. Кнопку заднюю. Эп. Сегодня мы в розовом эквиваленте. Владик, писюня. Влад! Подожди, я жопу смотрю, проход, блядь. Блядь. Опа, а вы не ожидали, что это Владик? Владик мой парикадик. Да, блядь, тихо. Блядь, нахуй, твой стул ебаный, блядь. Да мне жалко его выбрасывать просто. Давай выброси. Я думаю его починить. Блядь. Я прошу. Я прошу. Я тебя прошу, пожалуйста. Блять. Пацаны, сори, отменил записи, ту запись я отменю, удалю. В общем, дело в том, что со мной Александр, security boy, да, он, видите, да, он как все равно выглядит. Он смотрит на вас, будто бы... А, сейчас. Но не забывай, что ты такая не одна. Но не забывай, что ты такая не одна.
как в аниме, ёпта. Так вот, этот аниме-бой не хочет со мной пойти на вечериночку открытую. Выпускниц и выпускник. Выпускник. Но я ему говорю, окей, Александр, если ты не пойдешь, то если вдруг будет какой замес, я буду пиздить. Я буду пиздить, будь здоров. Я как бы, да, я пьяный, вот, я полу в сознании, но я буду все подручные предметы, как обычно, кидать. Вот, если вы это видео видите, то значит, дальше будет очень весело. Очень весело. Вот, посмотри, Семен, если какой-нибудь ебаный, блядь, даун, 11-классник, на меня навыебывается, я ему ебало расшибу, блядь. Базаразиру. Вот, я ему сделаю выпускной, блядь. Так, Жараков, помолчите, пожалуйста, блядь. Помолчите. Ваше место в Думе. Это миниатюрный Жараков. Это мини. Спряталась. Семен, ты что, ее поглотил? Ты ее съел? Ты сел на девочку. Да я сниму всю хуйню. Ах ты. И мы с Никит, ты как со мной? Если будет пиздилка... Я с тобой. Мы будем вмешиваться? Конечно. Все, все. Взял, намотал на ус. Да, не надо смеяться. Я знаю, Никитос, ты загульный мальчик, блядь, как и я, нахуй. Мы, блядь, порезень только по пёздам. Так и есть. Тебе нравятся черные, а мне нравятся белые. Ух ты, пидор, блядь. О, пацаны, взяли пивосика. Хорошо, хорошечко, и также различную закусонническую поеботку к пивосику, мазапака. А, Никитосик, Никита, ты счастлив? Сегодня день выпускников, последний звонок, там какой-то, блядь, обоссанный колокол, блядь, звенит, и... Если одно хоть ебало будет выебываться на меня или Никиту, или Семена, понимаешь, да, Никит? Да. Если тебя пиздят, я врываюсь. Если меня пиздят... Вообще-то мы с тобой договорились. Да, мы как бы тет-а-тет, да, пацаны, да. И если вы эти видео видите, значит, дальше интересней. Напоминаю, что дальше будет интересней, потому что... Сигарета мелькает во тьме. След на постели оставит какой-то след охуенный, что напомнит о тебе. Никит, что думаешь об этом? Вот баба с тобой переспит, и ты у нее на хате, блядь, ёпта, обфаршмачил всю постель. Такого не будет. Она скажет, что... Ты оставил след, блядь, на моей постели. Я не будет такого. Как не будет? Такого не будет. Фу, блядь. Ну, не будет, так не будет. Слушай, оно пенится ужас как. Я будто бы, блядь, сливки с вагины сдуваю. Мыльный пузырь. Не, Владос, что потихо, давай. Да ладно, я не дура. Не, это в натуре трава. Тебе бухнуть, может быть? Не, давай, не страшно. Тварь, а? Вы что натворяете, блядь, а? Блядь, стулом, а уебался, блядь, Владик. Все, Владос. Блядь, вы что вытворяете, блядь? Извини. Вы что вытворяете, блядь? Вы что вытворяете, блядь?
Так, а что, соседи пизды дадут? Давай мы им пизды дадим. Давай вообще вы там весь твой квартал нахуй. Так, так, так. Ты хочешь сказать, что соседи, блядь, что тут выебываются? Все, 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 без пизды. Нет, давай, блядь, зайдем к соседям. Уходим, 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 собираемся, все. Давайте не будем нервы, блядь, тратить. Не, а по-моему, Владос бы параносит, что соседи, блядь, насчет выебываются. Ну, блядь, если ты будешь орать, конечно, и будет выебываться. А давай их просто, блядь, сюда переселим. Сюда переселим, блядь, вот туда вот, блядь. Нет, ты сейчас тоже. В каморку, блядь. Гоу-гоу-гоу-гоу. Не, возьмем, блядь, наркоманских соседей, нахуй, и переселим, ёпта. Не, на самом деле, я уебался об эту, блядь, кибастосинскую хуетень, блядь. Видишь? Прям всей силой. Да, да, братан. Сука, блядь. Ладно. Пачаны. Андрюх, сдерживай, блядь, сдержим. Мы сдержим натиск. Все, одевайся, все, одевайся. Натиск. Бурят, Семен, ты почему мои одежды одел, а? Не орать, блядь. Семен, слышишь? Блять, давай нахуй разбудим. Семён! Я сказал, не орать. Давай. Сказал, не орать, блядь. А, по яйцам. Тихо, блядь. Тихо. Сука. Тихо. Успокой его. А нахуй это ебашишь? Да, блядь, как... Я вот так вот ебашил. Тебе больно? Вот после этого. Нет. Семён, все, тихо. Пожалуйста, для меня, пожалуйста. Сейчас мы едем в другую хату, там будем стримить, все, побухаем еще. Семён. Да, Семён, да, спокойно. Я один из всех. Влад улыбается. Улыбается. Если Влад улыбается, значит солнце живет. У меня 2% осталось. Хватит. Я заряжу, хватит. Вопрос. Хватит орать. Хватит устраивать. Владос. Блядь, мне плохо нахуй, блядь. Тихо. Да не трогай его. Семён Капканыч, вы долго спали, поэтому Владу плохо. Это все на вашей совести. Спасибо большое, Тёма. Так, пацаны, сейчас мы в самом этнически нормальном месте. Вон, видите, если там, где пьяный Семён с колонкой, то самое нормальное. Но там тоже ребята сидят. И сейчас пока темно. И он Никитосик вместе со мной. И там тёлочки, причем много тёлочек. Вы их не видите. Я ростом как Кирилл. Вы... Блядь, какой ты ростом? Я обычный. Не, пониже. Блядь. Вот. Да, ты Кирилл. И чё ты хочешь? Хочу, чтобы Влад Савельев попал на стрим. Попал, блядь. На топ-хату. А если бы он сейчас прибыл? А я хочу его увидеть. Блядь. О! Этот человек просит невозможного. Это как выборы Навального. Это невозможно. Невозможно, чувак. Ты охуенный. Я тебя жду, пиздец, на топ-хате, блядь. Его ждешь не только ты, его ждут все. Его ждут все подписчики, блядь. А почему? Потому что, Влад Савельев, ты охуенный. Ты, блядь, пиздатый чувак. Вот хуй знает, как, но ты пиздатый. А знаешь почему? Потому что Влад человек, это калорийный. Да, он не человек, колоритный, это человек охуенный. Он калорийный. Он позитивный. Да. Позитивный, да, и он заряжает вот этой всей... Атмосферу. Всей, да, еблематикой, там, ебаторией и прочим говном. И ты понимаешь, что твоя жизнь не настолько убога, блядь. Да, согласен, блядь, Кирилл, ты тему, блядь, говоришь, нахуй. Влад Савельев, блядь, будь ты, блядь, на топ-хате, я тебя жду, пиздец, просто нахуй. Владос, если будет топ-хата, не только я, вот, Есть чувак... Есть Краснознаменск тебя ждет, блядь, мы тебя ждем, нахуй, на топ-хате. Все поместье мое тебя ждет. Заглядывает тихая бессовестно, здесь что-то погибать не хочется. Но жить порой бывает так боязно, и нет никаких... Семён, тебе эту колонку в жопу засунуть. Лежит? Кирилл, иди сюда. Что именно? Что именно ты хочешь, Семён? Что именно?
Сейчас. Меня зовут Кирилл. А вам сколько лет? Подожди, да, блядь, ебись. О, что? Отъебись пока, отъебись. Повезло, что у меня солнце... Ночного видения нет. Я бы в ночном видении бы. Семен, ты пиздарист, блядь. Отъебись, отъебись. Чтобы так, это не, лучше надень капюшон, чтобы меня не узнавали. Да, действительно, блядь. Все, это что за, ну, чувак? Ну как, ну, блядь, я чувствую, что у меня, чтобы свисало, блядь, там, где брови мои были. Да. О, отлично. Вот сейчас заебись. Вот там хэви был, да? Хэви метал. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вот этот человек потом в баскетболе всех выебет. Я вам говорю, Майкл Джордан хуй отсосет, блядь. Куда Песков? Отсосет и Песков, и Майкл Джордан, блядь, однозначно, блядь. Я говорю, я за него ручаюсь. И, нет, точнее, Никита первый ручается, а я, если Никита проебывает, то... Ладно, то ладно. Я то ладно, блядь. Ебану нахуй. Вот так, через крышу, блядь. Пока, я вам говорю, темно, пацаны. Вот там вот очень светло, но там будки. Там вот тоже ребята знакомые, везде, в общем, везде друзья. Все свои, все свои. Да, да. И все никакого друзья, негатива. Блядь. Конечно. Блядь. Один презерватив. Вот, на всех. Бля, у тебя тёлка-то есть? Не, у меня нету. Да ладно. К сожалению, нету. Да ты пиздишь. Да я, бля, без пизды. Да, бля, с таким морозом, да ты ебанулся. Вообще нет тёлки, блядь. Я просто, понимаешь... Дай я... на мой... Да, не, ну он бы как... Тебе мальчики двухметровые с половиной нравятся? У меня парень есть. У тебя парень есть, да? Да. Человек. Так, у кого тут парня нет? У всех есть. Я помню тебя, я тоже помню. Мы с тобой, блядь, тусовали сколько лет, блядь. На третьей школе. Сколько, да. На третьей школе ебануться, блядь. С чей, это опасно. Я считаю, люди, которые младше 29, должны заткнуть ватки. Так налейте мне тоже. Налейте мне! А ты чё, блядь? Фристайл читай. Вот, Семён, зачитай. Этот человек говорит, что я пидор, но я нахуй его ебал, потому что он гнида, блядь. Он читает, говорит, что я нихуя не умею, но потому что он нихуя, блядь, не вразумеет то, что я ебашу тут. Потому что он не в Раше, вразумеет. Ты находишься у параши, ёпта. Эй, Семён! Иди нахуй. Семён! Иди нахуй. Семён! Это пидорас. Семён меня называет пидорасом.